городе Красноярске на коврах Академии борьбы имени Дмитрия Георгиевича Мингяшвили вовсю идет подготовка к юбилейному 25-му международному турниру по вольной женской борьбе серии Golden Grand Prix. Иван Ерыгин. Совместно со сборной командой Краснодарского края тренируется сборная команда Белоруссии, сборная команда Казахстана, Узбекистана, значит, с Америки есть, с Монголии, весь сибирский регион здесь все находятся. Здесь есть с кого брать пример, есть у кого поучиться, вот, таких как Сатапан, вот, Бусик Сайтеев выходит еще на ковер, Анзор Уришев, это все заслуженные мастера спорта, с которых мы сегодня вот молодым ставим пример этих ребят. В мировой борьбе грядет смена, поменяется конкуренция в отдельных категориях. Поэтому многие борцы стараются приехать заранее, пройти акклиматизацию. На 25-й международный турнир Ивана Ерыгина приехали защищать честь Хакасии 5 спортсменов. Хакасия, я считаю, что эта школа вообще хакасская всегда была. Леня Чечунов и другие ребята, многие, которые здесь даже тренируются в Красноярске из Хакасии, я считаю, что это очень талантливые ребята. Характером боевые, так это то, что нужно в борьбе именно. Более 200 спортсменов из различных стран мира примут участие на соревнованиях по вольной борьбе на коврах Дворца спорта, названного именем легендарного борца, двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ерыгина. Всегда этот турнир называют новые имена, и здесь я уверен, что не будет ни исключения, что здесь тоже появится, вот, после этого турнира появятся новые фамилии, которые потом станут великими борцами, значит, и будут продолжать те великие традиции, которые сделаны нашими выдающимися спортсменами. В зале борьбы знаменитый вольник Буйвазар Сатиев показывает, как правильно делать проход ноги и как уходить от него. За демонстрацией некоторых приемов могут наблюдать спортсмены, приехавшие на сборы. Так просто имей в виду, что вот этот момент, сам помни, что вот эту тебе отдавать нельзя, чтобы тебе, если ее отключат, здесь тебе будет тяжело бороться. Не твоя сторона. Да, забирай, потому что ты ее сюда мне отдаешь, сразу. Самое милое дело. И сам отдаю. У нас, если леша уходит, то я так начинаю. Если леша уходит, то я так буду. У него тоже все это. А когда прошел уход, я уже. Ага. Ну хорошо. Ну хорошо. Ну отсюда. Ты хочешь работать, давай. Вот отсюда. Дальше может тоже выйти тебя. И вот так на тебя таскать. Под битбокс. Серега. Вот так до полусмерти можно. Вот ты ничего не делал. Вот так. Вот так. Все, давай, сразу. Ты это прячешь. Сегодня здесь спортсмены могут наблюдать за процессом тренировок, перенять опыт трехкратного олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона мира, шестикратного чемпиона Европы, пятикратного чемпиона России, заслуженного мастера спорта России Буйвазара Хамидовича Сатиева. Чего мы ждем сейчас от Ерыгинского турнира? Я думаю, помимо того, что мы вот сейчас видим, что вернулась зрелищность, вернулся атакующий агрессивный стиль борьбы, сейчас мы будем видеть, как оно отразится на сборной команде. Вот как новые правила, какую они дадут сейчас. То есть кто как под них, скажем, кто быстрее их освоит, кто быстрее под них тактику выберет. Да? То есть какие из наших спортсменов поменяют весовые категории, кто в какой категории закрепится. Да? То есть будет очень интересный турнир. И вообще сейчас по новым правилам, все это будет вот очень интересно. Будут сюрпризы, будут какие-то, да, то есть больше, наверное, будут иметь возможность проявить себя
ребята, которые сейчас молодые, которые по тем стоячим правилам еще не успели устояться, настояться, да, то есть человек, который годами привык бороться в защитный стиль борьбы, его расшевелить, заставить его атаковать очень сложно. Может быть, где-то вот для молодых это будет, кто сейчас там где-то там 15, 16, 17, 18 лет, да, то есть которые ребята, вот может быть, которые любят идти в борьбу, азартно бросать, рисковать, может быть, вот для них это будет больше, да, скажем, этот момент выгоден. А может быть, наши старые опытные борцы, которые уже не раз подстраивались под правила, изменения правил, может быть, они наоборот быстрее сообразят, да, то есть учитывая их опыт, и тоже правильно начнут готовиться. То есть очень интересный турнир ожидается. С изменением правил, со сменой категорий, борьба стала активнее и более динамичной, а значит, более зрелищной. У спортсменов появился еще один стимул показывать хорошую и красивую борьбу. Ребята готовы, заряжены на хорошую борьбу. Вот, и я надеюсь, что мы увидим хорошую борьбу, хороший результат. Напомним, что юбилейный 25-й международный турнир имени Ивана Ярыгина пройдет в одноименном Красноярском дворце спорта с 24 по 26 января.